последние сутки в республике обнаружили 61 новый случай заражения коронавирусом. Все они контактные. 20 пациентов госпитализированы. Всего за время пандемии в Татарстане зарегистрировали 1980 пациентов. Сегодня Рустам Миниханов с рабочей поездкой посещает Новошишминский район. В программе президента знакомство с производственной базой и новой сушильной техникой. Кроме того, Рустам Миниханов ознакомится с ходом весенне-полевых работ. В Казани на склонах Аметьевской магистрали идет масштабная зеленая реконструкция. Здесь уже высажено тысячи деревьев и кустарников. Ход работ сегодня оценил мэр Казани. Оверхэм мүмкін қадар иле бұл сұралған уақытта ТНВ телеканалы тамашашыларға яратқан фильмін қабат қарау мүмкінлігін бере. Хазір «Синен күзлер» фильмі ТНВ ру сайтында бар. Бұл күндерде иле болық. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.